Домашний тиран насмерть забил свою жену. Об этой семье мы рассказывали еще летом, когда родные жертвы расклеивали листовки по городу, обращались в полицию, чтобы привлечь внимание к насилию в этой семье, но это не помогло. Я, набрала номер Игоря. Говорю, Игорь, Любашка умерла. И он мне такой говорит, я виноват. Мне говорит, деньги скину, на похороны не приеду. Вот и все, что он мне ответил. Подробнее сегодня в программе «Кстати» в 7 вечера на телеканале «Живем в Нижнем».